Без денег и без работы. Сотрудники КПД-1 устали ждать чуда. Шли годы, руководство компании тянуло время и сыпало обещаниями. Сегодня несколько десятков человек пришли на территорию предприятия, чтобы добиться справедливости. В ожидании встречи с начальством специалисты поделились своими историями. Старший прораб Николай не видел зарплаты с августа 2018-го. До этого выплаты приходили с переменным успехом. По его словам, директор клялся и божился, но все оставалось по-прежнему. Как КПД-1, директор Фролов Виталий Борисович, вот, он как бы обещал нам расплатиться еще в апреле, что он типа не заложит свое имущество. Вот. Мы поверили ему. Прошел апрель, прошел май. Вот и ныне там какой-то. Светлана Колодезянко проектирует знаменитую 75-ю серию. Инженеру с 30-летним стажем повезло больше. Перед Новым годом ей пришла зарплата за июнь. На этом все и закончилось. Дальше еще интереснее. Светлану Геннадьевну и ее коллегу настойчиво попросили уволиться, якобы для того, чтобы рассчитать. С момента увольнения прошел месяц, а интеллектуальная элита денег так и не дождалась. Мы уволились, то есть это даже было не наше желание, и это было, как говорится, не по соглашению сторон. Мы уволились, чтобы получить свои деньги. Нам не выплатили ни копейки. Бурные обсуждения проходили во дворе вставшего комбината. Далее работники отправились в актовый зал. Там их ждал первый зампред правительства Андрей Тюрин и министр строительства Алсу Садретдинова. Также присутствовал Александр Мануйлов, бизнесмен, который контролирует группу КПД-1. Коммерсант уверен в том, что производство устарело и не может приносить должной прибыли. Вы можете понять, что есть бизнес, когда если у вас нет прибыли, а только одни затраты. Это что такое? Почему я должен, например, вкладывать, не получая денег обратно? Я понимаю, да, вы будете работать, все это хорошо. Но долги копятся, а потом кто за эти долги будет отдавать? Вы меня тоже поймите. У всех собравшихся была своя печаль. У рабочих отсутствие денег, у Мануйлова нерентабельное предприятие. Андрей Тюрин был озадачен грядущей сделкой. Не так давно он вместе с главой Минстроя провел переговоры с новым инвестором. Имя компании и суммы пока не разглашаются, но если все срастется, дома будут достроены, а зарплаты выплачены. Провели переговоры на прошлой неделе. Вчера еще Алла Михайловна встречалась. Значит, есть понимание о покупке этого участка. И новый уже инвестор будет строить жилье. Значит, этой суммы, которая уже проведена оценка, хватает для того, чтобы расплатиться зарплатой и достроить еще там дом на панораму. При удачном исходе переговоров сотрудники комбината получат половину суммы в ближайшие 10 дней. Остальные честно заработанные достанутся им в июле. Проблемная ситуация начала проясняться. Главное, чтобы инвестор не передумал. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.